Всем привет, с вами как всегда я, Джеймс Мор, и это прятки с подписчиками в Скибиди Тавр Дефенс. Арони, пользователь морфочек, поздоровайтесь. Всем привет! В общем-то, это у нас будет самое жесткое видео. Здесь у нас есть очень много челов, которые на нас подписаны, очень много подписчиков. У нас, короче, будут прятки, и в первом раунде, как бы, сначала эти челы будут прятаться. Сначала мы будем их искать, и те, кого мы не успеем найти за определенное время, получат каких-то юнитов. Ну что, начинаем? Ладно, давайте мы уже начнем искать их, но они будут прятаться. Так, для начала мне нужно сейчас... Все, прячьтесь. Так, все, прячьтесь. Всё, прячьтесь. А теперь мы заходим в АФК арену или в елку. Куда мы пойдем сейчас? Давай в елку. Елку, ребят. В любой непонятной ситуации всегда идите в елку. Вот такой вот вам лайфхак. Все, я в елке. И теперь мы запускаем таймер. Стой, подожди, я не могу в елку залезть. Все, я в елке. Так, все, не посматриваю. Я не подсматриваю. Всё, я смотрю сейчас на Арони. Все. Запускаю таймер. Я тоже. Таймер пошел. Таймер на одну минуту. А пока идет эта минута, я могу сказать про свой телеграм-канал, в котором выпускаю информацию о всяких новых видео, провожу различные опросы, и там, короче, очень много чего интересного. В общем, подписывайтесь на телеграм-канал, там очень круто. Ссылка на него в описании. Так, у нас осталось уже сколько тут? 30 секунд осталось. И в этом раунде, кто победит, я тому дам две легендарочки. Да, у нас вот тут таймер. Мы ждем в елке, вот сидим тут. Да, сидим в елке. А таймер одна минута. Да, осталось. Мы, короче, секунд. Не подсматриваем. Ну, я сейчас не подсматриваю. Я говорю честно, клянусь своей шапочкой красненькой, которая на моей башке. Ну, все. Я тоже не подсматриваю. Все, время вышло. Сейчас. Давай, Синь. Я уже ресетнулся. Я раньше времени ресетнулся. Все, это был сигнал, а это значит то, что я ресетуюсь. Я тоже ресетуюсь. И теперь у нас есть время на то, чтобы их искать. Ребята, они в елку засели. И теперь идём у нас... искать. И теперь поставим таймер на то, чтобы их искать. Смотри, они там ливнули. Не, они не ливнули, это уже хорошо. Ищем их одну минуту, да? Так, а если мы их найдем, то получается что? То они типа выбывают. Типа те, кого мы не успеем найти за минуту. Знаешь, что? А, у нас минуту, чтобы их искать. Или больше сделать. Нашел! Вот весь чел нашел. Нашел чел. Миксер, Росик, Бом мы нашли уже. Давайте 1 минута 15 секунд. Фделюкса. Начинаем. Минута 15 секунд пошли. Вот, все, одного чела. Я нашел, Миксера и вот этого чела нашел. Так, я одного чела нашел. Так, я пошел искать по елкам. Я, наверное, иду искать по елкам. Еще вот в эту нычку. А смотри, я, короче, пойду вот в эту нычку. Может, здесь кто-то, блин, где упал. Надо я морф. Вот, мне кажется, они сейчас все в елку засели. А я проверю вот эту нычку. Где реально в Фделюкса хорошо спрятался. Если бы я не имел, который подсвечивался, я бы не заметил его. Не перебивай морфотик, пожалуйста. У нас съемки. О, а в этой нычке никого нету. Странно. Так, ну ладно, я тогда пошел искать, наверное, по елкам. По елкам буду искать челов. Нашел в Деликсу. Ага, что-то я не вижу в елке челов никаких. Я тоже вообще, куда они все спрятались, они не ливнули вообще. Так, да, а сколько у нас времени? Так, вот здесь камера сейчас... был. Так, блин. Сидел. А, это ты? Блин, ты был. Так, ну одного чела мы уже нашли. Это я нашел. Вон. Ну челы прям жестко спрятались. Их прям очень не могут. Мне кажется, они все в елку засели. Они не ливнули там? Я вообще не знаю, где все. Это вообще... Они в елке! Я знаю, они в елке. А это хорошая ночь. Мне кажется, здесь... Адам ТДД нашел. Так, я нашел Фделюкса. Я нашел Адам ТДД. Жестко. Где?
А я что-то пока ещё-то я не вижу никого в зелках. Это Делюкс нашел. Вон. Если бы не подсвечивающийся псевдоник, чуть голос, чуть язык тебе не сломал, то я бы его не нашел так. Это ты. Странно. Странно, почему ты здесь вообще так никого, умер. По сути, нету. Почему-то у меня такое чувство, что они все в елку запрятались и все. А в этой нычке никого нету? Нет, в этой нычке тоже никого нету. Стоп, а кто-то проверял ту самую нычку, которая возле этого? Блин, этот... Возле бедного, да? Вот это что, где текстурки? Вон там, короче. Вот тут. Где? Так, я нашел уже. Нету тут никого. Гивиком нашел. Вот тут рядом так, с Киберсити. Там, но там никого залезу? Нету. Рядом с Киберсити. Стоп, а в той так, нычке? Бесконечно был. Нет, здесь никого. Здесь только вот этот вот, вот этот Гивиком. Да, Гивикома нашли. Я даже не знаю. Да, нашли. Так, я нашел еще в ПД Люкс, еще Адама тогда нашли. Так, там вроде как никого нет, вот этой нычки. Там тоже никого, стоп. А здесь можно как-то. Мы не найдем, сколько еще человек осталось? Кого мы не нашли? Мы не нашли сметанку, архот. Короче, мы много не нашли. И тут банкротик. Мне нужно строиться леги. Кстати, мы не нашли макак узбек, мы не нашли сметанку, мы не нашли камерамена, архонда и все. Они остались только. Так, а где они вообще? А, я под картой. А там под картой я нет не знаю, никого? Да, а вдруг кто-то на кейсах, помните, однажды на стриме на кейсах прятался, прям высоко забирался? Там вроде вдруг как... Вдруг там сейчас кто-то будет? Никого нету. Ну, да, там вроде никого нету. Да, там высоко никого нету. Мы не можем. Я не представляю, как вы меня на стриме искали, когда мы втроём их не можем найти. Так, да. Там ТДД гуляет, чуть-чуть путаются. Так, ну пока что вы там ищете, а я пока что себе зачарю это Hacker TV Woman. Так, давай, за 50 гемасиков. Так. Может, кто-то в этой ёлке есть? Я уверен, то, что сила кто-то 2. Есть в ёлках. Да вот они 100% в ёлках. Мы же все нычки посмотрели, но в ёлках еще нет. Да. Так. В этой ёлке вроде как никого нету. Значит, нужно искать в другой. А там, где вот кто-то тут должен, да? Нет. Так, что, мы эти вумы нельзя заставить? Так, это там туда здесь бегает? А вот тут идеальное место. Где? Где идеальное место? Ну как узбек нашел? Где? Так. Ты где вообще? Нашел. Узбек. Так, узбек да, найден. А сметанку нашли? Сметанку нашли? Я не знаю, там какой-то банан был. Так. Оба, я только что заметил, у нас... банан был. Тут какой-то банан был. Так. Время. Время. Время а, вышло. Это камерамен был. Так, ну смотри. Так, кого не нашли? А мы сметанку нашли? Я видео пробегал. Короче, мы не нашли... Мы не нашли архон и сметанку. Я говорил, что в кейсах кого есть. Не нашли? Мы не нашли сметанку и архонда. Так, сметанку и архонда? Ну, читер. Я кидаю сметанки трейд и даю ему две легендарочки. А я кидаю, где этот архонда? Вот архонт, да, вот архонт. Архонт УВ-2, да, вот это чел. Я сметанки уже дал две леги, можете больше не давать. Так, я кинул архонт. Архонту я кидаю. Да я могу, ну чат, ну, блин, я хочу написать, что он не участвует больше. Ты больше. Что у меня вообще не пишет? Вообще немного легендарок дать, они у меня заканчиваются. Ну а теперь...
А теперь следующее. Прячемся мы? Да, теперь будем прячемся прятаться мы. И они будут нас искать. А если найдут, тогда, получается, подписчики нам две леги дадут. Так, ну смотрите, теперь нас ищут подписчики, да? И теперь здесь правило... Ребята, поэтому слишком маленько, поэтому все в ВК-фарм. Все в ВК-арену. Да, все в ВК-фарм. Все в ВК, пока идите. Все в ВК-арену. Так, камерамен, иди в ВК-арену. Так, ищите. Да, все. Я буду искать. Все, чел нас уже начинают искать. Да, чел нас начинает искать. В этом раунде я дам две базука мэна. А, нет, нам же подписчики дают. Саба, с чего ты взял? Нет, они просто, они нам ничего не дают. А, пон. Я уже думал сейчас разбогатеть. Если меня... И затрейдить его космика уже. Тот, кто меня найдет, тот получит двух асид ганнеров. Каких, каких? Ну, леги. Две леги. А что за леги, что за леги? А, ну вот эти асид ганнер. Ага. Стоп. Сервер рестарт. Ну, о. Офигенно. Oh my god. F9, всё. Так, сейчас. Знаете, где я спрячусь? Я? А слушай, насколько? Мерфотик, не перебивай, пожалуйста. Так, все, сейчас нас будут уже искать подписчики. Так, меня не видно? Я не знаю, вроде нет. Я в ёлку. А, я под картой! Ё-моё, я под картой упал. Можешь ресетнуться. Это надёжная отличка. Ну я там уже ресетнулся. Так, надо быстрее сейчас время. А я тут в ёлке. Так, все, я это тут спрятался. О, кстати, реально че улетает? Узбек улетает. Узбеки спят. Чите. Можно будет поставить типа звук типа «Арабская ночь». А я тоже, да, поставлю. Так, все, нас начинает искать уже. Вот, Архонт уже зашел. Угу. Да. Я рыба, пон. А я кот. А я кот. А коты. Пон. Так, ну чё? Морфотик! Слушай. Давай, если ты еще раз перебьешь, то мы тебе на следующие видосы будем вырубать микро. Так, все, нас начали уже искать. Да, все, нас начали уже искать, чего. Пока что меня не нашли. И, кстати, кто я что вообще... даст? Кто что даст за то, что его найдут? Команда. Так, а меня вообще найдут? Пока что меня чего не найти не могут. Меня тоже. Экс, ну что, меня пока не могут найти. Ну, наверное, мы сделаем сейчас таймлапс до того момента, как меня не найдут. До того момента, как кого-нибудь из нас найдут. Да. Так, вот мы уже прячемся, нас уже ищут подписчики. Я уже спрятался, вот. Вот там вот кто-то уже сидит, узбек или что. Ну ладно. Так, ну давайте мы сделаем таймслап до того момента, как кого-нибудь из нас найдут.
секунд. До 5 секунд. Так. Рядом со мной Челикс. Рядом со мной. А кто рядом со мной? Вы видите? Я просто не совсем вижу. Не-а. Я даже не знаю, где это. Джеймс Морр, после меня кто-то есть? Вроде нет. Значит, сколько там осталось? 8. Так, сколько 7, осталось? 6, 5, 4, 3. О, чё рядом со мной? 2, 1. Выходим. Выходим. Я в ёлке. Ребята, я в ёлке. Нас не нашли? Я пишу то, что время вышло. Да, время. Я тут. И теперь я вылазю я из ёлки. Я тут был. Да блин, что-то не получается из ёлки вылезти. Сейчас. Во, всё. Я вылез из ёлки. Вот это ёлки. Ну а на этом, я думаю, то, что видео можно заканчивать. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока!